Генерал прислал меня просить вас оставить ваши намерения. Все это, конечно, остроумно, но он именно просил передать вам. Говорите прямо, генерал послал вас сюда за тем, чтобы выпытать, как я примусь за дело. О боже! Ведь если генерал здесь заинтересован, то это так естественно. Вы затеваете все это, конечно, нарочно, чтобы досадить генералу. Но ради того семейства, вас принимали как родного, любили, уважали. Помилуйте, я был выгнан. Вы были выгнаны? Да, был выгнан, и в вашем присутствии. Хорошо, прекрасно, прекрасно, если так, прекрасно, если так, если никакие просьбы не имеют на вас влияния, прекрасно, отлично, если просьбы не имеют влияния, то будут приняты меры. Тут есть начальство, вас пришлют сегодня же. Ой, черт, какой молокосос хочет вызвать на дуэль кого? Почти сановника погон. Он не велит вас просто выгнать лакею. Да ведь я не сам пойду. Мистер Эстли за меня пойдет к барону, и барон его примет. Мистер Эстли, племянник лорда, настоящего лорда, это известно всем. Кстати же, лорд этот здесь. Пусть попробует не принять. Вам точно приятно, что выйдет история? Я вам сказал, что все это забавно, может, даже остроумно. Но одним словом, я пришел, чтобы передать два слова от одной особы. Прочтите и дайте ответ. Полина! Вы рассердились и начали школьничать. Перестаньте, прошу вас, и если надо, то приказываю. Даже губы побледнели. Хорошо, скажите, что вы, мадемуазель, была спокойна. Была спокойна.
Однако, вместо того, чтобы болтать о пустяках, вы, казалось, должны были начать с этого. О, я хотел вообще, я ведь не знал, что в записке. Понимаю, вы выпросили эту записку, но вам просто-напросто велено передать ее лишь в крайнем случае. Не так ли? Peut-être. Мы с тобой еще сочтемся. Сочтемся, маркизишка, ростовщишка. Но какую власть он имеет над Полиной, которая послушно строчила по приказу записку для меня?